Всем привет! Привет, народ! Мы наконец-то с Вадимом снова вышли на Каневское водохранилище на судака. Потому что до этого не получалось у нас, да, но сейчас 1 сентября, кстати, сегодня, да, первый день осени. Мы уже пришли на первую точку, сейчас будем собирать снасти и будем рыбачить. Конечно, сейчас такое время, когда уже рыбаки, наоборот, с рыбалки уезжают домой, сейчас как раз, ну, день, часов 12, ну, мы рано не захотели вставать, да, будем целый день рыбачить до вечера. Так что посмотрим, давно тут не были, интересно проведать судака, как он себя покажет. Будем рыбачить. Собираю снасти, сейчас как раз удочку уже собрал, взял этот флагман дестройер до 32 грамм. Уже по судаку удочка обловлена достаточно неплохо, вот длина 2,38, как раз отлично. Катушка Dragon мощная, 3000-ная. Буду ловить на крупные, на большие приманки. Да сразу можно ставить уже то, что проверено, на что клюет. Такой красивый виброхвостик от Джексона. Ну и там две коробки с силиконом я набрал, так что будем ловить судака на крупный силикон, на мощные уже удочки. Так вот тут в сумке у меня есть две коробки с силиконом. Большие. Тут они, в принципе, заряжены как раз под водохранилище, под судака. Так что много приманок уже сразу есть из, на джиг-головках в нужных весах. Там что-то сумка падает, но ничего. Все, надо уже забрасывать, наверное. Потом покажу вам, все расскажу. Так, пока покидал, чуть-чуть поклевок не было. Думаю, надо что-то зарядить новенькое. Веселенькая, вот этот новый силикон получил, это гамблеры уже в размере, наверное, 4,5 дюймов. Такие, смотрите, рыбки мощные, крутые. Теперь главное под них джиголовку найти правильную сейчас, ну будем искать. Тут как раз и джиголовок я себе нормальных набрал, натарил. Так сказать, уже крутых, качественных, да, драгоновские джиголовки, как видите. Сейчас надо, наверное, 6-0 крючок подыскать. О, есть 20 грамм, 6-0. И думаю, то, что надо будет. Оп. Оп. Ну, сейчас посмотрим. Смотрим. Ну, вот как раз, да, в принципе, смотрите. 6-0 под эту приманочку. Ну, я не помню точно. Или 4,75 этот размер. Может, вполне вероятно, даже 4,75. Оп, сейчас зарядим. Будем разлавливать новый силикончик. Оп, оп. Опа. Вот так вот, да, такая тема. Судак, в принципе, любит такие блестящие, всякие темные штучки. Так что будем пробовать, в общем. Сейчас, конечно, день, да, не лучшее время для клёва судака, но все равно. Зато хоть приманки понадеваю на джиги. Это назад в сумку, дальше пусть лежит. Есть поклевка, народ. Ого, и что-то такое, что-то тяжеленькое типа было. О, хорош, хорош. Гамблера разловил, разловил. Держи. Давай так, может, я сразу возьму. Опа. Смотри, чтобы сетку не порвать. А он еще на клыках тут. Вот смотрите, короче, вот ту приманочку, да, которую только что как раз поставил, более крупный размер гамблера под такого судачка. Ну, судак хороший такой, двушничек где-то вообще. Первая поклевка, первая рыба на сегодняшней рыбалке. Вообще огонь. Видно, судаки соскучились, да, за нами.
Ух, и главное, так недалеко от лодки все так произошло. Как я говорил, да, любит судак такие цвета, темные, с блестками вообще. То, что надо, огонь. Такой вообще кабан даже. Не ожидал. Отличный. У Вадима теперь поклевка. Смотри там. Так. Опа. Есть. Хорош, хорош. Опачки. Есть еще один судачок у нас. Вадим тоже поймал, разловился. Тоже такой за килошничек. Кило, кило 300. Приманка прям в шахту. Хороший судачок. Размер приятный. Да, особенно когда давно на рыбалке не был. Классно, народ. 12 часов дня. Конечно, я не знаю, сколько мы стоим, минут там 15-20. Пусть поклевок немного, но они есть. У меня еще две поклевки на этот же гамблер было. Ну, там чисто в бошку судак ударил, такие клыки я ставил на свинце. Мы уже разловились, по судаку поймали, так что круто. Продолжаем рыбалку. Классная сегодня погода такая. Штиль, можно сказать. Даже солнце припекает. Ну, понятно, первый день осени, 1 сентября, то еще, я думаю, недельки две будет все-таки такая погодка тепленькая. А потом уже будет холодать, водичка остывать. И будем надеяться, что рыба шевельнется нормально. И щука пойдет, и судак может лучше будет клевать. Потому что по отзывам, в принципе, насколько я знаю, то так. По клеву средненько все-таки по судаку было. Вон, смотрите, какая вода. Еще зеленая, такими кусками все плавает. Это зелень. Так что вода еще цветет. Ну, уже все. Осень, можно сказать, начинается, поэтому будем надеяться, что по клеву еще до ноября там будут улучшения, в общем. Сейчас, наверное, еще одного гамблера заряжу. Тоже такой покрупнее размерчик. Ему даже глаза уже нарисовали. На 20 грамм, 6-0, а тут только по 3 штуки в пачке. По 3 джиголовки. Ну ничего, как раз заряжу приманки на эти крючки. И будут они уже у меня в коробке лежать. Готовые к рыбалке. Тоже цвет, видите, на судака я беру такие цвета какие-то. Не просто темные, а важно вот именно блестки вот эти. Что-то я заметил, нравится судаку такая тема. Именно, чтобы оно что-то сияло, сверкало. Я не знаю, конечно, там на 10 метрах, что ему там видно, но практика показывает, что все-таки на такие силиконы там с блестками он как-то получше все-таки отзывается. Оп. Есть силикон такой, зарядили на джигу. Сейчас поставим, попробуем поймать. Имитирует натуральную такую селедку какую-то. Ну, верховодку. Я не знаю, конечно, какая тут рыба на глубине там есть. Ну, в общем, цвет очень правдоподобный под реальную живую рыбку. Такая темная спина переливается. На первом месте мы еще немного постояли. Было пару поклевок, но рыбы больше не поймали. Понятно, сейчас жара. Солнце даже, скажу вам так, припекает не слабо. Что так? Ну, жарко вообще на воде. Печет нормально. Перекусим и пойдем дальше искать по следующим местам. Посмотрим вечером, если время будет. Может, сюда вернемся. Потому что, видите, рыба тут есть нормального размера. Поэтому место интересное. Пришли на Батуру,
Сейчас тут мы же на канаве попробуем чисто так, ради интереса. Это как бы тут самое попсовое место в Переяславе по судаку. Ну, рыбаки тут часто стоят, то значит, может тут что-то ловится. Сейчас найдем свал и станем, покидаем тут. Природа, конечно, обалденная. Смотрите, такой высокий берег Днепра. Там камни такие, там уже сосновый лес пошел. Природа крутая. Смотрите, какая вода тут зеленая на Батуре. Вообще капец, такое болото, елки-палки. Покидали мы чуть-чуть, не было тут поклевок, рыбы тут нету. Так что мы сейчас пойдем дальше куда-то искать. Там вон еще лодка пришла, что-то на рыбалку. Вода такая зеленая, вонючая. Тут еще за горой волны нету, тишина. Это вообще такое. Такие домики стоят прямо на берегу водохранилища. Прикольно, там один, второй, третий. Наверное, кто-то живет там или дачи чьи-то, непонятно. Флаг Украины, какие-то полянки. Красота. Такие просторы, широкие водохранилища. Берега высокие, круто. Сейчас, если еще рыба будет ловиться дальше, то вообще будет супер. Прибыли мы сейчас на второе место. Что интересно, воскресенье, рыбаков нет вообще. Что в тех местах мы были, никто, там пару лодок каких-то стояло и все. Что здесь, видите, все водохранилище полностью, все пусто, рыбаков нет. Может, конечно, на вечер кто-то подтянется и с утра там кто-то плавал, но сейчас вообще тишина, вокруг вообще никого. Ох, есть поклевка тут недалеко под лодкой. Опа, он такой неплохой. Судачишка, да. Пришли мы, как я говорил, уже на новое место. Была тут поклевка одна и как-то тишина, что мы уже такие немного даже, скажу честно, взгрустнулось нам. Ну там поменял я пару приманочек, да, оп, такой судачишка. Ну хороший тоже, смотрите, такой килушничек где-то. Да, рыбка. Да, чтоб... Просто в чем прикол, что даже как-то поклевок особо нету. Вот, смотрите, тоже блестящий, как я и говорил. Это правда уже в размере каком? 4.375, да? Тоже блестящая приманка и такой судачишка вот хорошенький. Ну, будем надеяться, что он тут не один, и сейчас еще что-то поймаем. О, тут Вадим еще. Только что. Тут же поклевочка, небольшой судачок. Тоже на гамблер. А, тоже, кстати, в принципе, цвет с блесточками. Тоже этот цвет, да? Да. В принципе, цвет рабочий, такой. То есть не первую рыбалку. Малышек показывает такой. Результат. Выпустим рыбку пока. Ну, классно. Небольшая. Может, сейчас что-то и шевельнется, посмотрим. Да, может. Что-то активность началась какая-то. То есть вариант, что на вечер все-таки проклюнет. Надо сейчас еще что-то, каких-то приманок зарядить, потому что такое. Поклевочки типа есть, но рыба, ну, какая-то очень малоактивная, поэтому надо именно пробовать, подобрать как-то к ней ключ, чтобы ее соблазнить на поклевку. Вот сейчас я решил вес укрупнить, потяжелее поставить. Вот смотрите, 30 грамм джига, приманочка такая. Ну, раньше на этот силикон классно клевало, именно судак. Будем пробовать, потому что, смотрите, он у меня на лодке лежит тут. Куча разного силикона, да, я что-то пробую, там, перебираю. Но пока все такая трудовая рыбалка получается, что нет такого. Пришли на точку, стали, кидаем, сразу там все клюет. Надо все-таки что-то пробовать, стараться там увеличивать вес, уменьшать. Приманки разные менять, что-то подбирать. Ну, сейчас попробуем.
Сейчас мы еще в сторонку решили сместиться, потому что там что-то такое подзатихло. Будем пробовать тут еще ловить, искать. Нам сейчас главное найти какое-то место, где ну хоть какие-то контакты будут более-менее стабильны. То есть, чтобы понять, да, что рыба в точке есть и можно оставаться, например, до вечернего выхода, до вечернего клёва. Но пока вот несколько мест, да, мы проверяем. И так, все. Тишина, что даже вот этой мелочи стеклянной как-то особо нету. Что-то есть, не пойму. Или... Да не, наверное, не рыба. Что-то не дергается. Или рыба, или давит вроде бы. Это вообще не дергается, странно. А вроде и, вроде и давит. Ну да, смотри, вроде по кругу. Ну да, давит на дно. Угу. Так еще и начинает давить. Так неплохо начинает давить, я вам скажу так. А что он так сдалека? Шел, так как-то ровно. У меня тоже был какой-то. Еще такой судачок, да, полторушничек. Да, смотрите. Ну, видите, народ. Так, рыбалка трудовая, так, по чуть-чуть, но что-то получается. Вот такой, смотрите, судачок. Ну, приятный, скажем так. Не трофейный, но за кило рыбка. Вот, кстати, та приманка, да, которую я и говорил, что надо экспериментировать, видите, 30 грамм поставил, джига. Приманочка эта Джексон тоже большая, где-то 4,5 дюйма. Оп, такой силикончик. Ну, благодаря тому, что там как раз такой мелячок, что груз гупает, скажем так, сильно. Хорошо, вот спровоцировал такого судака на поклевку. Тут сейчас интересное место. На выбросе есть такой пупочек. Вот, наверное, я за него сейчас и цеплялся. И как раз под этим пупочком и было у Вадима хорошая поклевка, что там приманку порвало нормально. У меня была жадная поклевка, но в джигу чисто. И сейчас вот судачка все-таки удалось оттуда его достать. Получается такое. Я же говорю, последнее время рыбалок таких шаровых нету. Даже вот на водохранилище, да, все-таки такие. Трудовая рыбалка, можно сказать. Ну, конечно, можно списать все на день, что мы вот вышли в жару, ловим пока в жару, но тем не менее уже хоть какие-то результаты есть, да, что они не с нулем мы плаваем, и размер такой хорошенький, что не карандаши. В принципе, такие за кило судочки, да, там такой самый первый был у нас сегодня, хороший, самый крупный. Остается только дальше искать и все-таки, ну, не знаю, на вечер, наверное, тут оставаться тоже смысла нет, потому что активного какого-то клева нет, да, вот нашел какую-то там штуку, вот проводку делаю, там что-то пару поклевок, и вот уже пару проводок пустые, например, да, что или не хочет он там брать, или его уже нету там. Все, кто хотели клюнуть, клюнули. Вот, зацепился за этот как раз бугорочек. Ну вот, да, пошел свал, поклевок нету. Есть еще поклевочка с того же горбика, про который я рассказывал. Это уже небольшая рыбка вроде бы. Да, я думаю, надо подцепить. Не, хотя может сейчас будет давить под лодкой, как тот. Тот шел тоже как трава такой шел, а под лодкой такой начал там. Ну, смотри, такой, да? Он что-то там даже телепается. Такой судачок, да, конечно, это уже малыш, пистолетик, но тем не менее, да, еще одна поклевка была, та же приманка, 30 грамм гупает по 4 метрам, и какие-то поклевки есть.
Вот сейчас, кстати, кидаю на тот же бугор. Вот 18 грамм сейчас кидаю. Перед этим на 20 граммах кидал. И поклевок, можно сказать, вообще нету. Там что-то раз тыкнуло и все. Сейчас, конечно, я проверю, верну назад 30-ку. Но мне что-то кажется, что именно где вес тоже сильно решает. Потому что вот я кидаю приманку хорошую, ну, проверенную вообще, на 18-ке. Она, во-первых, да, уже так не гупает, так не стучит. И поклевок нету. Потому что на ту приманку еще было несколько поклевок. Но не засеклась рыба, я подумал, да, надо что-то уже изменить, поменять. И сейчас, наоборот, уменьшил вес. И поклевки вообще прекратились. Так что сейчас посмотрим. Верну назад 30-ку. Может, поймаю еще. Вот это гормик. Все, кончается. Есть! Есть все-таки, да, вот конец горба. И такая очень-очень легкая поклевка. Может быть, даже подбагрил какого-то малыша. Не, ну такая рыбка что-то есть там. Что-то даже брыкается там. Ну, не, в пасть есть, но за тройничок. Вон, смотрите, да, ну, небольшой судачок такой, полкило где-то. Я уже решил все-таки накинуть на застежечку тройник сюда, на бошку. Потому что много поклевок было тоже, именно в свинец. Это видно по следам зубов на джиг-головке. И вот засекся чисто вот за один крючок тройника. И вот еле-еле вот легко руками я убрал его. Тот же гамблер, видите, блестящий с блестками, да, который сегодня уже работал. И вот еще. Все-таки и на меньший вес клюнуло. Так что посмотрим, что будет дальше. Не хочет больше судак все-таки на меньший груз клевать. То все-таки было больше случайности, а не закономерности. Так что сейчас это мы снимем. И вот ставим 30 грамм виброхвост. Сейчас она будет хорошо стучать. И я думаю, будет клевать. Ого, вот это что-то интересное вообще. Фу-ху. Тоже народ поставил, я 30 грамм, короче. Поставил я 30 грамм. И такая какая-то подача, поклевка была с того же горба. Ну не знаю, это может оно так... показалось. Это нормальный трофей. Вот это. Не, всякое мог ожидать. Я думал, что щука, потому что он в дно не давил и так как-то пошел в сторону, короче. Но это тройничок, смотри. Это жерех, друзья. Это, кстати, ну, первый, это мой рекорд по жереху в жизни, короче. Крупнее я жереха пока еще не ловил. Классно. Смотрите, какая пасть. И тоже клюнул, чисто засекся за этот тройничок, да? Ну, на который я вешаю на приманку. Оп, такая морда. Тоже 30 грамм виброхвостик, видите, все-таки на миляке, на горбу. Он там, видно, тоже гонял рыбу, мелочь. И попался. Вот решил так еще вам на камеру показать такого жереха красавчика. Ну это реально просто какой-то фарт, бонус, что ловил судака, да, на свале, там горб такой, на яму. И вот жерех на джиг, пожалуйста. Красота. Вот народ, видите, хэви джиг рулит. 30 грамм, приманка Джексон. Да, можно поймать жереха на Каневском водохранилище. Конечно же, да, это был приятное стечение обстоятельств для меня. Сейчас опять закинем туда, на этот горб. Опа! Где там? О, что-то
Что-то где-то не то, ну ничего. Будем пробовать ловить судака дальше. Сначала такая, ну, башкой начал трясти немного, такие первые движения. Я думал, что щука или крупный судак. Потом он так, ну, судак давит в дно обычно, а он просто в сторону такой пошел. Думал, ну, щука по-любому. Типа, ну, срежет, так срежет. А, конечно, уже, когда под лодкой увидел жереха, то я, конечно, обалдел. О, блин, хорошая поклевка была именно на падении со свальчика этого, но не засек. Может, надо фрикцион? Да не, фрикцион нормально настроен. Хорошая подача только что была, еще одна. Наверное, судачок. Хотя, уже не буду даже загадывать. Смотрите, народ, супер прикол. Пока я тут умывался, вот Вадим перед этим оторвал приманку. Вот эту, короче, Рейнс. Вот эту штуку. Тут кинул уже другую. Ну, зацепился там где-то за корч. И вот выдрал с корча. И отцепил свою приманку. То есть точность на уровне. Капец. Кто бы сказал бы, да, ну, мало в такое можно поверить. Ну вот просто случайно. Факт налицо. Да, флюр, кстати, он у тебя оторван. Да, да, да. Вот. Прикол такой. По поводу флюра на судака. Тут на водохранилище я 0,5 флюр ставлю. Потому что много ракушки. Даже, ну, там 0,35 часто очень легко срезает просто об ракушку. А 0,5 уже такое. И корчи там, обросшие ракушкой, выдерживают более-менее нормально. Ну и крепкие, если там рыба какая-то садится. Трофейная. Поэтому сейчас то, что я оторвал, привяжу новенький поводочек, застежечку. Ну и продолжим рыбалку. Что, поклевка, да? Сейчас, наверное, опять заряжу эту приманку, на которую ловилась рыба у меня, да? На тридцаточку. Потому что покидал только что другие штуки. Ну такое, что-то не клюет. А что-то вот у меня именно вера в приманку, конечно, присутствует. Что? Ну именно и форма силикона такая. Мощненькая, продолговатая, хорошая пятка, то есть судаку нравится игра. И цвет такой, ну, в общем, любит судак этот силикон. И именно что на тяжелом весе. Потому что на легком у меня тут много всяких есть заряжено. Да, вот на 18 граммах, это там 23 грамма. Да, хочется ему, чтобы именно хорошо стучало. Поэтому ставлю 30-ку. Есть поклевочка. Все-таки дожал я судака. Тоже, видите, вот приманку поставил нужную, какую надо. На тридцаточке. Хэви джиф гупает, стучит. Ну и судачок, ну, нормальный. Килушечка. Вот такой судачок. Правда, приманка ему тут немного пасть подпортила. Макияж испортила ему. Ну вот. Работает силикон, короче. На тяжелом грузе гупает по дну, стучит на один подрыв одиночный. Бух, 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 тук. Есть поклевка. Перед этим была еще хорошая поклевка. Рыба не засеклась. Но сейчас удалось уже доловить. Сейчас попробую показать саму проводку. Так, забрасываю аккуратно, потому что спиннинг уже перегружается. Грамм на 10, так точно. Забросили тут не глубоко. Ну, я кидаю, не знаю, метра на 4. Хотя под нами тут 12. Вот даже на один оборот, там, 1-1,5 оборота. Подрывчик такой. Делаем. Грузик, понятно, тут же падает. Ух ты, есть. Ого, это такой повеселее даже.
Видите, народ, на камеру все показываю. Все. Ну да, такой вроде давит. Нормально. Ага. Ага. Одиночный подрыв рулит. Что на озере я вам показывал. На водохранилище. Вот. На глубине. Где он там? О, этот уже покрупнее, за кило. Хорош, хорош. Есть? Хорош? Бля. Что, сход? Да, на шейке. А ну, Вадима только что был сход. Тоже хороший. Досадный. А вот у меня такой судачок еще один. Ну, этот такой же, да, покрупнее. 200 кило, наверное. Красавчик. Круто. Что, да, это ближе к вечеру, что может сейчас еще и поклюет толково. Ого. Ого. Блин, что-то хорошее. Я не знаю, что. Ого. Капец. Сюда пошло. Это сюда, к лодке. Хорошая рыба, народ. Не знаю. Судак, наверное. Наверное, судак. Ну, блин, такой мощный. Кто-то там мощный. И наверх что-то подниматься особо желанием не горит. Оце воно. Оце він. Хорош, хорош бандит. Это какой-то выход, наверное. Наверное, да. Это секретная проводка Павла Рыбака. Которая работает. Фух, по судакам. Смотрите, да, народ, но это, не знаю, 2,5 где-то судак. Это, наверное, крупнее еще предыдущего. Если тот был двушник такой, то уже, ну, 2,5 где-то, короче, 2,7. Ну, все то же. Проводка та же, приманка та же. Сейчас вот четко он атаковал, видите, в голову. Зацепился. Это за тройничок. Ну так, на вываживании, конечно. Да сразу, но когда подсекаешь, слышно сразу в руку, что рыба. Рыба хорошая, судачок. Судак сопротивляется гораздо сильнее, чем жерех. Опа. Вот такой силикон. Джексон косит судака. Перед этим поклевка вроде бы была, а сейчас зацепился. Вот это поклевка была. Блять, хуй его знает. Что я не так делаю? Мы решили на этих местах закончить. Потому что, ну, еще были, конечно, несколько поклевок, но и даже две точки неплохие там с корчами рядом есть. Но решили вернуться на первое место, потому что там, ну, хорошие рыбы клевали. И попробуем все-таки попасть конкретно на вечерний выход. Потому что тут, можно сказать, мы просто днем ловили в жару, и то ловилось, и под вечер даже неплохо. А сейчас уже пойдем назад. Там постоим, ну там буквально пару постановочек, и я думаю, это будет и конец рыбалки.
Пришли мы на место, куда хотели. Все, сейчас Вадим уже сделал первый заброс. Сейчас тоже поменяю приманочку какую-то. Покрупнее, повкуснее поставлю. И будем рыбачить. Я думаю, на сегодня это уже будет последнее место. Сейчас тут покидаем, половим. Надеемся, конечно, еще на вечерний выход судака. И что получится еще что-то поймать. Но уже будет как будет. Если поймаем, обязательно покажем. Пока что-то тут не хочет клевать. Только пару тычков было, что-то у меня что-то тыкнуло у Вадима. И пока все. Ну, сейчас еще постоим, мало ли, может он выйдет. Потому что тут яма такая, метров 12-13. И выход из нее на метров на 4, на 5, на 6. В принципе, должна тут рыба выходить, питаться как раз на этот, на бугор. Ну, посмотрим еще, не знаю, минут 30-40 покидаем. Да-да, нет-нет. Потому что, может, он под вечер тут уже так и не клюет. А клюет как раз так часа в 3-4 дня. Как там у нас ловилось. И все. Будем, наверное, мы потихоньку заканчивать, потому что ну, не было тут толковых поклевок больше. Что-то вначале там под лодкой тыкнуло пару раз и все. Солнце, он, видите, уже садится. Минут через 30 сядет. 1 сентября, день короткий уже достаточно. 8 часов после 8 уже, наверное, начинает темнеть. Поэтому судак тут не вышел. Он, наверное, тут с утра кушал, потому что да, мы там в 12 дня, то видно, конец утреннего клёва был, когда парочку еще поймали и были поклевки там. Поэтому все, думаю, можно заканчивать. Рыбалка была сегодня классная, можно сказать. Хотя достаточно трудовая, но потом мы стали на рыбу и половили. И судаки классные клевали, и жереха я поймал. Вот, удочку обловил в очередной раз. Дестройер с этой мощной катушкой. Ну, такой комплект, конечно, не легкий, не деликатный, но зато как раз уже для ловли на большие веса, большие приманки. Так что дестройер отработал сегодня нормально. Тут шнурок у меня не толстый где-то. Это 0,6, наверное, даже 0,8 примерно такой. Ну, и за счет этого и приманки далеко летят. И как бы, ну, мощности, не знаю, хватает, в принципе. По приманкам видели, что сегодня работало, да? Начинал рыбалку я с гамблера. Такого уже покрупнее, помассивнее. И как раз тоже хорошего такого задвушника на нее поймал. Вот приманка поменьше, блестящая, тоже хорошо работает. Ну, блестки. Блестки рулят. Ну и понятно, силикон Джексон. Вот, в таких формах это по судаку, не знаю, в этом году, может, наверное, номер один. И жереха сегодня на такую приманку я поймал. И там такого трешника судака. Так что вот такой силикон, крутые приманки в классных, интересных цветах. Главное, что они работают. Потому что кто знает, кто рыбачит в этих местах, все знают, что рыбу поймать тут очень тяжело. И даже если ее нашел, то она такая вся очень переборчивая, несговорчивая. Да даже вот сегодня Вадим тоже перебирал кучу разных приманок, но вот ловилось на это, ловилось на такие штучки. По общему результату можно сказать, что рулил сегодня именно heavy jig, потому что ну, с утра мы тут ловили ну, такими весами небольшими, там 20 грамм, 22, 25, и стояли на миляке, получается, ну как там, на 6 метрах, на 5, и затаскивались ямы. А потом стали там уже на канаве и кидали там на 4 метра. И как раз по 4 метрам именно 30 грамм, ну я все показывал, рассказывал, что такая мощная приманка с большим грузом, когда стучит по дну, это провоцирует именно пассивную рыбу на атаки. Что получается, днем была жара, там 2-3 часа дня, и клевали судаки, и, скажем, таких приятных размеров вообще. Там
кило, полтора, два, три. То есть судаки были огонь. Сегодня спонтанно мы сегодня выехали на рыбалку вообще. Так очень случайно. 1 сентября, да, и еще классно получилось половить судака. Спасибо Вадиму за рыбалку. Классно мы сегодня еще встретимся. Судака, да, половили. И, ну, можно сказать, даже трофейная рыбалка сегодня была вообще такие. И началась с хорошего размера, и закончилась, в принципе, тоже неплохо. И закончилась, судака. Да, как раз хорошего толстого кабана я заводил. Солнце садится, мы с вами прощаемся. До новых встреч. Всем пока. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь.